Так, это мы кладем сюда, это получается... Так, должно получиться. Вот так, мне нужны срочно мои цветные карандаши для этого зелья. Может быть, так. Ага, сейчас. Здесь мы поставим это сюда. У нас здесь должно получиться. Вот это шашлычок. Шашлычок обязательно. И лобстеры. Вареные лобстеры должны быть. Еще засуну туда тотем бессмертия, чтобы наверняка прям получилось. И тогда точно все должно получиться. И вот сейчас. Вот эту секунду. И ничего. Ничего, к сожалению, не получилось. Ну ничего, я еще раз попробую. Я что, я похожа на кого вообще? У меня все получится. Так, мы сейчас за ингредиентами сбегаем быстренько. Так, отсюда мы возьмем волоски из жопы белки. Отсюда мы возьмем немножечко вареных пельменей. Так, еще мне нужны вот эти вот шоколадные конфетки на всякий случай. И перышки совы. Вот, сейчас говорю, точно должно все получиться. Кладем. Угу, сюда. Ждем и... Опять нифига не получается! Да что ж такое-то? Я вообще бездарь. Все. Извините, пожалуйста, что я вас вот так прерываю, но можно я свои 5 копеек вставлю в ваш процесс зельеварения? Хорошо, если вы не против, Екатерина, вот эта ведьмовская? Я не против, давай, говори уже. Но ты понимаешь, если в зельеварку засунуть волосок из жопы белки или цветные карандаши или маринованные огурцы, никакое зелье не получится. Нужно строго следовать всем ингредиентам, которые есть в Майнкрафте. Пройдем со мной на второй этаж. Я тебе там кое-что записал, чтобы ты всегда могла прочитать в любой момент. На кой фиг я тогда сюда поставил вот эту кафедру с этой книгой? Вот зайди туда внутрь, зайди вот туда. Ну сейчас зайду, так, ну зелье прыгучести. Ага, ага. Ты ага, грубой. И вот ты видишь где-то там волосок и жопы белки, чтобы были в этих ингредиентах? Нет, я вижу маринованный глаз. Но маринованный глаз это то же самое, что и маринованные огурцы. Ну если в зелье прыгучести входит грубое зелье, кроличья лапка, светокамень, то кроличью лапку нельзя заменить на ухо страуса. Должна быть именно кроличья лапка, чтобы в конце получилось зелье прыгучести. Понимаешь или нет? Погоди, хочешь сказать, что я сейчас зря ездила в пустыню и забирала оттуда ухи страуса? Ну получается, что так. Блин, а чё ты мне сразу-то не сказал? Ну что ты фигней какой-то маешься? Лобстеры она добавляет, цветные карандаши. Не работают так зелья в Майнкрафте, Кать, не работают. Ты вообще что-то за это время хотя бы успела скрафтить? Хоть какое-то зелье? Ну, да, обычные, которые мы с тобой уже делали, которые уже на зубок отскакивают. Это какие? Это вот у меня зелье урона и зелье отравления. Почему у меня ничего не получается? Я что ли бездарь какой-то реально? Ну почему у Маринки все всегда лучше получалось? У нее и зелье отменное, и кидается она ними лучше. Почему я не как Маринка? Ну, Кать, ну ты не расстраивайся, ну ты... Ну, конечно, ты сравнила, Маринка. Маринка зельеварс там всю жизнь занимается. Ну, она понятно, лучше, чем ты, намного. Ну, тебе еще расти до Маринки, но рано или поздно ты научишься быть такой же хорошей ведьмой, как она. Ты сказал, Маринка лучше? Я сейчас что-то не поняла. У тебя с ней что-то было? Признав... Я в шоке от... Не-не-не-не-не-не-не-не, ты вообще что-то не то подумала? Между мной и между Маринкой вот это самое ничего не было. Не, я просто говорю то, что она всю жизнь ведьма проклятая, курносая вот это. А ты всего лишь несколько дней, конечно, за несколько дней ты не научишься тому, что Маринка научилась за всю свою жизнь, понимаешь? Я к этому веду. Не, между мной и Маринкой ничего не было, она вообще страшная. Мистер Паук, пройдите сюда, пожалуйста, укусите вот этого молодого человека за задницу. Мистер Пау бьет Спайдермен, не проходить. Ну а чё ты не согласна, то что Маринка, ну немножко лучше, чем ты? Я соглашусь, да, Маринка профессионал. Но я тоже, смотрю, умею. Вон, у меня подопытные стоят и горёшки. Я сейчас буду на них тренироваться. А ну давай, протестируй, что ты умеешь, давай. Так, сначала Мистера Паука вот это, кокни. Мистер Паук? Не! Ну давай, протестируй зелье, которое ты скрафтил, чтобы я посмотрел. Вот, смотри, я такая спускаюсь и такая отсюда, хоба, и кидаю в горёшку прям вот по башке ему, вот. И даже на меня не попало, смотри, и сейчас еще на второго. Так, подожди, так на него. Ой. Тоже ничего не попало. Он даже не бьется, урод, ты меня отравила! Я себя отравила, это ее просто, ты, Игорь, да почему так? Ну ты сделала такие зелья, которые даже на Игоре вот это не работают. Ну, Кать, ну как так? Игорь, ну по-братски выпей, пожалуйста. Ну, а это зелье урона вот это туманное, или как оно называется? Оно самое, вот, Игорёшка, держи, тебе еще и тебе. Да что ж вы горите там все? Все, вы меня бесите все.
Ну если ты, ну басися, зелеварочная, конечно, мы тебя все будем бесить. Уже день наступил, Игорь, и от солнца подыхают быстрее, чем ты, их зельями даже кокнешкать. Ну, с тебя ведьма вообще прям никакая, ну признай это. Да, то есть солнце даже лучше, чем я. Офигенно. Ну ничего, ничего, Кать, наступит время, ты докажешь Маринке, то, что ты лучше ведьма, чем она. А пока пройдем за мной. Там это самое, новый снэпшот в Майнкрафте вышел. Мы сейчас с тобой в этом, в ад отправимся. Новый снэпшот? Так вот же новое обновление вышло, зачем еще снэпшот? Это меня уже от этого слова коробит. Ну как бы то, что вышло адское обновление, не отменяет того, то, что будут выходить вот эти снэпшоты адские. Поэтому давай, руки в ноги, ноги в руки, и побежала за мной. Нас ждут адские приключения. Кошмар. Ладно, если мы с тобой идем в ад, то давай хотя бы раз в жизни нормально соберемся. Возьмем там золото, золотые шмотки, чтобы на нас эти хрены-глиглины не нападали, вот это вот. Возьмем еду там, защитимся как-то, ну. Вот, ну, где у нас бронька золотая? Я согласен, возьми золотую броньку, хоть на самом деле она мало чем нам поможет в этой серии, но на всякий случай, да, выкинь мне и возьми самое главное, золотые яблоки. Что-что, но они нам сегодня точно помогут, чтобы не кокаться лишний 10 раз. Не знаю, зачем нам золотые яблоки, но беру, раз ты сказал. Незеритовые шмотки, надевай! Ну я знаю, что ты очень сильно скучала по адским обновлениям, поэтому вот это как раз и разработчики Майнкрафта и постарались сделать то, что они сделали в этой серии. Давай, запиндюкивай саркостанцию в портал, и я сразу же за тобой. А это мы вообще... Да, где мы? У нас же большой портал, мы всегда в одно и то же место приходили. Так, подожди, походу с новыми вот этими снэпшотами что-то сломалось в этом Майнкрафте. Что это за портал вообще маленький? Мы реально с другого места вообще постоянно выходили. Что-то мне уже не нравится, пошли домой, а? Да подожди, подожди, мы с тобой бастион должны найти, и я примерно знаю, где он находится в той стороне. А в бастионе я тебе уже покажу, какие изменения в новом снэпшоте нас ожидают. Надеюсь, там что-то прикольное и интересное. Ну, если ты любишь, чтобы тебе по башке били, то да, очень даже прикольное. Пошли. Так, и жопочка, вот это. Нам сейчас надо с тобой накопать немножко блоков. Мы с собой взяли все, что только можно, но не взяли блоки, чтобы достроиться сюда, до этого бастиона. Потому что прохода здесь вообще нет. Вот так, наверное, должно хватить. Ты будешь мне помогать, иди будешь, что там стоишь-то? Да потому что я говорила, говорю, надо собраться хоть раз в жизни. Слушай, а что это у тебя за кирка такая интересная была? Темная какая-то, это что? А, так не... Это незритовая, она такая темноватая, черная, ничего там такого особенного нет в ней. А я не поняла, почему ты без меня ее скрафтил себе? Да потому что там было у меня всего лишь 4 вот этих незрита, и хватило как бы только бы на мою кирку, поэтому я себе скрафтил. На тебя пока что не хватило. Как там в следующий раз, Кать, хорошо? Ты себе меч сделал в прошлой серии, а сейчас еще и кирку, и говоришь, не хватило. А ну иди сюда. Не, я меч себе не делал, я себе только кирку сделал, у меня не было ресурсов еще на меч. Не переживай, Кать, только кирочка, все. Чтобы мне потом тоже кирочку сделал, понял? Ага, хорошо, Кать, когда-нибудь, да. Давай сюда, заходи внутрь. Но только... Так. Аккуратно, настолько аккуратно здесь будет сейчас внутри, смотри, главное под ноги себе вот туда посмотри, а то там такое в аду появилось, ты себе даже не представляешь, всегда смотри под ноги, Кать. Ты сейчас меня зачем бьешь, а? Чё, я тебя 2 раза стукнул, ты почему не упала? Ты какашка такая, ну иди отсюда! Нет, стой, ты меня сейчас когтишь, ты Катю 2 удара осталось, стой, куда ты разошлась-то так? Я вот это самое поверила тебе, думаю, сейчас посмотрю вниз, а ты меня опять толкнуть хотел. Я уже выучила все твои эти фишки. Ты наверх туда посмотри, вот этажом выше над нами, видишь, вот там, вот. Ой, это кто, а чё они такие жесткие-то, чё это у них за костюм такой? У них сам... Беры какого-то, спрыгнул на меня просто из этого, со второго этажа! Поднимайся наверх! Он меня убивает, прыгнешь на меня, 3 сердечка! Конечно, 3 сердечка, на второй этаж поднимись, Кать, на второй этаж поднимайся, господи! Он меня коматозит! Да не коматозит, зато тебя, дай, поднимайся сюда, давай, я тебя защищу! Опа, вот так. Ты с ума сошла? Беги, когда на тебя какие-то неизведанные вот эти монстры нападают. Подожди, на мне золотая это, нагрудник золотой. А чё он ко мне прикопался-то? Это
брутальный пиглин. Я в душе не чаю, почему его разработчики так назвали. У него золотая рука, какой-то черный костюм, вот этот золотой топор, и он с одного удара тебе пол жизни сносит. Он тебя в твоей незритовой броньке может убить с трех ударов, Катя. Брутальный, говоришь? Да. Мне нравятся брутальные мужчины. Как бы ты хочешь сказать, что я у тебя совершенно не брутальный? Ну, у тебя нет такого золотого топора, как у этого брутального пиглина. У меня нет золотого топора, зато у меня есть кое-что получше. Незритая кирка у меня есть, как бы. Ты осторожно, на этих брутальных пиглинов даже не действует то, что мы с тобой, Катя, ходим в этой золотой броньке. Им вообще по боку. Золотая ты, бриллиантовая, алмазная или еще какая-то. Они тебя будут всегда атаковать. Спускайся вот сюда вниз. Слушай, ну я тогда заменю свой нагрудник на незритовый. Нафига тогда мне золотой? Ну, кстати, да, тоже верно, так хотя бы меньше урона будем получать. Все, давай сюда, иди за мной. Ну, слушай, мы же сюда с тобой не зря пришли, хотя бы давай вон сокровищницу залутаем, а? Ну, кстати, там реально может быть много полезных всяких вещей, но и вот эти брутальные пиглины как бы там тоже могут быть. Если мы туда спустимся, они нас сразу же кокнут, Кать. Тогда держи тебе половину золотых яблок! Ну, одно улетело, держи. Вот, пять. Ты аккуратнее можешь выбрасывать в следующий раз? Спускайся давай за ним. Оп. Нашла? Да, все поняла. Ты без меня пока что как бы не лутайся, я сейчас потихонечку буду спускаться. Опа, вот так. Горю, горю. Какие, ну как ты в лаву-то уже успела упасть? Кать, ты в лаве копаешься, копаешь золотые блоки, ты дуримонда. Ну мне надо было спастись как-то. И ты золотой блок, ты золотой блок только что сожгла. На меня целится брутальный пиглин. Это не брутальный, это обычный пиглин. А, ладно, тогда все нормально, тогда все в порядке. Так, аккуратно, я добываю вот эти золотые блоки, ты посмотри, что в сундуке там есть, только себе главное не забирай, мы сейчас поровну все поделим. И оперный кокос! Это кусочки лом был, это один, короче, лом назеритовый я забираю. Какой лом? Да давай забирай, ты! Брутальный пиглин, Катя, бей его, бей его, бей его! Бью, бью, сзади, нападаю, нападаю, у меня есть зелье урона, зелье урона! Какой зелье урона? Вылезай славы, вылезай славы! Господи, дай мне восстановиться! Золотое яблоко, кушай золотое яблоко на всякий случай, если сейчас еще один придет, вот этот, там еще два брутальных пиглина, Кать! Я защищаю, я защищаю! Ядрить ты, колотить еще вот эти магмы-кубы, заколебали спавнеры здесь, так, иди вот этих брутальных... Ну ты будешь аккуратней когда-нибудь с этой лавой, Кать! Походу никогда, слушай, все забираю то, что есть в этом сундуке, и потом расскажу тебе, что там было. Давай, 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 забирай, забирай, я пока вот это все золото заберу. Слушай, может мы в эти бастионы больше никогда в жизни приходить не будем, тут дебилизм всякий творится каждый раз. Это была твоя идея, сюда пойти. Ну я тебе хотел вот это тебе показать, как бы обновление майнкрафтовское. А, ну брутальные пиглины мне понравились, поэтому все хорошо. Ну конечно понравились, они же брутальные. Где? Катюшка, профессионалка зельеварка, включает свою силу и на по башке тебе. Ой, мимо кажется, еще есть, еще есть. Не, нормально, ты одного, ты одного убила даже вот этим зельем. Бей вот этих. Катя, у меня пол сердечка, нифига себе, застраивайся. Бросай туда, подожди, я открываю, бросай, бросай вот туда, кукует. Подожди, подожди, подготовка, подготовка, давай, 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 ой. Слушай, у нас незритовый шмот. Нас здесь просто раскидали, как детей эти брутальные пиглины. Честное слово. Жди меня там, я сейчас приду. 2 минуты. Давай быстрей. Да я спускаюсь, спускаюсь. У тебя там все нормально. Никто тебя не убивает или убивает, как обычно. Да, конечно, меня убивают со всех сторон. Так, покупай эти бруталы. Перник, вот этот кабздец, там вот этот спавнер надо разрушить, потому что эти магмакубы спавнятся без остановки просто. Давай быстрее, пожалуйста, я не могу без тебя. Кать, спасательная операция, ты где? Ты где? Да там же, где ты меня оставил. Где это? Я не знаю, где. Йо, просто я сейчас найду тебя, походу я тебя сейчас буду спасать. Я тебя вижу, я тебя вижу. Кать, вот сюда ко мне иди, ты, вот, я в центре стою, вот. Я к тебе, жди меня. Давай, так, давай, простраивайся, главное не упади. Ща-ща, я приду, и я постараюсь, ты меня только защищай, отбивайся. Чё ты золотыми блоками простраиваешься, Кать? Да ну! Так как это золотыми блоками, так у тебя же есть вот этот черный камень или еще чё-то. Не, Кать, короче, ёха, не бывай, короче, до свидания. Прощайте, я вас любила. Встретимся с тобой сверху, пока. Пока. Брутальные пиглины, ебать, ты, короче, меня опять кокнули.
обосраться, вы прям что-то очень сильно брутальные пиглины. Это какой-то кошмар. Разработчики Майнкрафта вообще, походу, плевать на нас хотели. Они с каждым разом делают все сложнее и сложнее. Что это за нафиг брутальные пиглины какие-то? Пошел вон отсюда, ёпрасоте. А что нас дальше ожидает вообще? Трехголовый крипер, может быть, какой-нибудь? Или еще что похуже, который будет нас взрывать каждый раз вообще? А? Но я полностью с тобой соглашусь, впервые в жизни с тобой соглашусь, то что у брутального вот этого крипера, у брутального пиглина 25 сердечек, чтобы ты понимала, Катя, у нас с тобой всего лишь 10 сердечек, у него в 2,5 раза больше, и ему как бы вообще без разницы то, что мы с тобой носим золотую броньку. Я не знаю, честно, что будет в будущем, но это реально сложно, но ты подожди. На этом как бы обновления снэпшота не заканчиваются. Я тебе еще кое-что хочу показать. Поэтому давай, пройдемте за мной. Ты что, бесстрашный? Я посмотрю на тебя. Да там нет ничего страшного. Просто иди за мной, я тебе сейчас кое-что покажу. Ты с собой вот это поводки на всякий случай взяла, а то они нам сейчас пригодятся. Да, ты думаешь, я всегда с собой, да, поводки беру? На каждый случай такой. Нет у меня поводков. А, ну хорошо, ну тогда я тебе свои дам. Все, давай, пошли в эту сторону. Вот. Вот для чего мы сюда, Катюха, с тобой пришли. Вот эти самые хоглины с нового снэпшота, их можно брать на поводок. То есть можно сделать, чтобы у тебя были ручные кабанчики, прикинь, и можно, чтобы они ходили за тобой. Ты будешь вот этих поросенков маленьких за собой таскать везде, где только хочешь. Так они же вроде как агрессивные и будут меня под зад вот это кокать. Ну так вот это я как раз таки хочу протестировать, будут они тебя кокать или нет. Вот, держи, 4 поводочка, спускаемся вот туда или вот, подойди вот сюда. Давай на вот этом протестируем. Ага, давай, ага. Давай ты первый. На меня уже бежит, опа, берем на поводок и... Чё? И ты смотри. Ай, ты ёхарик, ты чё так пугаешь-то меня? Ну он вроде менее агрессивный, но хотя бы ко мне не подходит, если я к нему не подхожу. Ну ты спокойно, Кать, покорми его, пожалуйста. Да стой! Покорми его, пожалуйста, у тебя есть курочка там или ещё что-то? Так, ты разбирайся со своим этим хоглином сам, я пойду кого-нибудь тоже возьму на поводок. Ну я ж тебя приручил, ты мне не бей меня, пожалуйста, просто ходи за мной, вот так, да, стой, хватит меня по заднице, да хватит меня бить по заднице, там уже 23 синяка. Три синяка! Ну, как-то они наполовину дружелюбные, на другую половину они не совсем дружелюбные. Ты что там делаешь, Дуримонда? Пытаюсь украсть кабанов. Так не всех же сразу, 6 кабанов! Ёхкиный бабах, меня сейчас закокают, у меня 3 сердечка осталось. Успокойся, Дуримонда. Они меня тоже кокают, но мне весело. Уи! Весело ухо! Да чё-то нифига не уито на самом деле. Я вообще не понимаю, зачем разработчики Майнкрафта эту дичь сделали. Вот какой нормальный человек будет кабанов приручать и бегать с ними, чтобы они что делали, Кать? Давай домой заберем, пожалуйста. Ага, домой, чтобы они домой к нам пришли, чебурака нашего, да, кокнули со злости. Да нормально все будет, смотри, сейчас я тебе покажу прикольную штуку. Отпусти их, прям сейчас отправляемся домой, пожалуйста, Кать. Куда ты в лаву прыгнула, ёперный кокос? С этого момента в этот проклятый ад я больше не ногой! Да ну нафиг этих разработчиков, этот снэпшот эти каждый раз!